Всем привет! Сегодня у нас на обзоре дрель ударная, фирма Dorkel. Первый раз фирму такую слышу. DDR-502. Основные технические характеристики: 500 Вт, 2800 оборотов в минуту, максимальный диаметр патрона 13 мм. Ну и все. Стоит меньше 1500. В комплекте идет ручка, что-то такое все убогое. По факту он даже не закрепить. Возможно, он должен быть там, но тут все криво. Да, он должен быть там. Но что-то как-то там все сюда криво. Все, поставим. Мерная линейка. Кривая уже. Пакет. Дрель, кстати, очень легкая. Много вентиляционных каналов. Качество патрона прям огонь, да? Новая дрель, еще не пользуется, она уже шалтай-болтай. Не знаю, может быть, все патроны такой, не знаешь? Думаю, что нет. Два режима, R, L, регулировки всего две, две скорости, фиксатор, кабель метра полтора, наверное, ключик в комплекте. Давайте попробуем включить, посмотреть, что из этого выйдет. Ощущение, что там просто нет смазки, да? Я, конечно, может быть, придираюсь, но вот здесь люфт есть. Слышно, да? Надеюсь. Блин. Да там, может, должен быть. Ну, смотрите, есть даже этот уровень. Как бы даже не соусно стоит фигня. В пластике не соусно. Потом тоже есть кривой. На камере не видно. На камере не видно, но я думаю, что, блин, ну, прям фигня, как мне кажется. Да? Принеси бурсу, пожалуйста. Сейчас попробуем. Такой пойдет? Пойдет. Просверли дерево. Вот это поворот, да? Четко, да? Всего лишь не затянули, да? Сейчас затянем.
Ну еще бы, да? Новое. Новое сверло не взяло дерево. Острое. Ну, в целом, конечно, это дешевая китайская дрель, которая при довольно длительной и большой эксплуатации. Кстати, вот она поработала совсем чуть-чуть, и она уже нагрелась. Она сломается очень-очень быстро. Дата производства, кстати, свежая. 20-й год. Сейчас 21-й, да? Ну, год. Как дешевую бытовую дрель, в принципе, советуем, а так. Для каких-то более серьезных нужд, наверное, стоит отказаться от данной покупки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.